Здравствуйте, уважаемые академики! Я продолжаю вас знакомить с замечательными стихами Елены Качур из книжки «Кто живет в лесу?» Сойка. Что случилось в самом деле? Что за крик стоит в лесу? Даже зяблики взлетели, в норку спрятался барсук. Эта сойка раскричалась, расшумелась, растрещалась. Рыженькая сойка – птица очень бойкая. Голубым крылом качнет, всем рассказывать начнет. Я все вижу, я все знаю, я дежурная лесная. Сойка наблюдательна, очень любознательна. На большом дубу сидит и внимательно следит. Если что в лесу случится, сойка тут же раскричится. «Караул! Пожар! Беда! Зайцы, к вам спешит лиса! Удирайте кто куда!» Зайцы разбегаются, от лисы спасаются. Говорунья сойка, погоди, постой-ка, не трещи, не верещи, лучше желуди ищи. Сойка желудь зарывает, где зарыла, забывает. А весной из-под земли там и тут дубки взошли. Это сойкины припасы под землей проросли. Сойка так рассеяна, желуди посеяла. Желудь – будущий дубок. Вот какой от сойки прок. Дальше надо нам идти. Кто нам встретится в пути? Кто еще в лесу живет? Кто нас в гости позовет?